шоу-балет «Диамант», который сегодня поздравляет нас, вас в прямом эфире. Как всегда, песни, пляски, красота, юмор, счастье. И вот они, встречайте. Балет «Диамант». Шоу-балет «Диамант». Ну, настолько это было зажигательно, что даже вот элементы декора пустились в пляс вместе с вами. Знаете, дорогие друзья, мы вот сейчас вспоминали вот историю телекомпании «Афонтово», которая началась в 92 году. Я как-то вот вспомнил то, что в 97-м я оказался первый раз в Испании. Это было волшебно. Ночь, фламенко, вот эти, значит, женщины в красных платьях. Все это здорово. И вы практически повторили сейчас вот эти мои воспоминания, за исключением того, что, ну, это между нами, испанки не такие симпатичные. Ребят, что за танец, который просто взбудоражил сейчас не только нас, но и всю нашу зрительскую аудиторию? Это элемент какого-то номера или просто посвящение в честь юбилея нашего телеканала? Ну, во-первых, конечно же, это номер и название соответствующее — «Испанские страсти». И, конечно, этим номером мы вас поздравляем, поздравляем всех телезрителей. Надеемся, что вы с нами будете еще очень долго. Жизнь — это страсть, это движение. И такой символичный подарок, поэтому мы сегодня и преподнесли вам. Большое спасибо. С подарочком вы угадали. Вот чего-чего, а страстей в телевизионной работе хватает по полной программе. Шоу-балет «Диамант». Наши добрые, прекрасные, как видите, красивые друзья.